Ребят в кадре Керши, это снова новинки. И в последнее время, если мы анонсируем какую-то модель, то это, как правило, новинка. И хочется, конечно, начать с самой яркой. Это вот этот вот маленький складешок под названием капсул. Его номер или артикул 1190. Чем он интересен? Тем, что корпус у него полностью из термопластика и интересный такой кинжал. Вот так вот он выглядит, довольно-таки интересно, агрессивно и своеобразный у него выброс. Здесь нету никакого ассиста, нету довода, нету автоматики, это чистой воды такой вот механический нож, но при этом обратите внимание, как он интересно сделан. По замку здесь все-таки планшлок, да, это некая такая кнопка, которая погружается и фиксируется в разложенном и сложном положении. Как это происходит? За счет того, что два лайнера внутри, ближний он, как говорится, по которому ходит слайдер, а вот нижний самый, обратите внимание, имеет такую вот, вот на этом ракурсе видно, есть такое расширение, да, куда погружается вот эта кнопка, и тем самым фиксируется в сложном и разложенном положении. Вот. Ну вот можно проверить, что он довольно-таки сильно упирается. На клинке 8 хром 13 молибден ванадий. Понятное дело, китайское, понятное дело, собираются они в Китае. Ну и вот такой вот интересный малыш с широкой клипсой и такой вот аккуратной маленькой. Следующая модель это хайбол XXL, который полностью в металле. Здесь, конечно же, фрейм. Конечно же, без сухаря, поскольку модель бюджетная. И как он извлекается? Извлекается он таким образом, что здесь вот есть что-то вроде дола, она вылет, и довольно-таки резкая ступенька, если вблизи посмотреть, за которую легко, кстати, цепляется вот ноготь. Если вы любители спаев, то, в принципе, по механике позволяет эффектный выброс. Как можно еще за там, второй рукой или просто там вот, средним и большим пальцем скинуть его с детенбола и эффектно открыть. Фреймлок сказал, с реверсом клипса, клипса привычная для кершей, спейсер аккуратный, из термопластика, ну, в таком синем цвете дублирует осевой. На осевом здесь у нас торкс, ну что-то вроде размера шестерки, я думаю. Артикул 7020, Kygrope D2. Ну, следующая модель у нас под названием Endgame. Это уже флиппер. Обратите внимание, в этот раз керши пришли максимально по механике и по, как говорится, осевому. Здесь нету ассистов. То есть в осевом здесь у нас подшипник, да, на этой модели Endgame. Она с одной стороны своеобразная, с другой стороны кирши между собой очень похожи. На клинке видим D2, интересный угловатый обух, такой под углом, раз, два, три, в три этапа понижается. Но все-таки это дропоинт, насечки, высокие спуски, прекрасно сведен, порядка 0,4-0,5 мм. И на замке здесь также фреймлок, клипса с реверсом, есть заглушка цвет вот этого вставного элемента, ну, такой своеобразный и не такой, в принципе, тяжелый, как вот предыдущая модель. Здесь за счет металлического корпуса все, конечно, по увесистей. Ну и последняя модель это Analyst 2062 ST. На клинке маркируется артикул и тоже это Kai Group. Это 8 хром 13 молибден ванадий на клинке и режущая кромка смешанная. По геометрии это танта, видим немножко даже есть такой переход в виде ребра жесткости. Замок лайнер лок и, конечно же, термопластик на виде накладок. В осевом здесь, кстати, видим бронзовые шайбы, если не ошибаюсь, да. Подшипника здесь нет. Но вот этот механизм уже более привычный для кершей, поскольку здесь вот нож с ассистом, есть вот эта вот пружина, которая за счет довода гарантирует эффектный выброс. Ну что, на этом все. Мы все уже
ТТХ дадим по ссылке в описании, либо просто в описании, в зависимости от того, на каком ресурсе вы нас наблюдаете. Ну вот, все равно на самый яркий мне показался вот этот маленький нож под названием капсул. Всем спасибо, до новых встреч, оставайтесь с нами.